Девочки, всем привет! Вот решила испробовать новый скраб для губ. Взяла, кстати, немножко. Но я думаю, даже еще меньше можно брать. Он очень экономичный. Наносим круговыми движениями. Аккуратненько, сильно не давим. Они, кстати, так приятно греться начинают, губки. Так как здесь в составе мед. Вот так помассировали. Можно даже капельку подержать. И все. И смывать. И наши губки будут блестящими, красивыми и молодыми.